Здорово. Привет. Как дела? Лучше всех. Как дела у вас, я спрашивать не буду. Почему? Да и так все видно. На мой взгляд, у нас лучше. Я сомневаюсь, что у потенциального чернозема дела могут быть лучше, чем у меня. Пиздишь. Ну как-то, вы, я так понимаю, российские вооруженные силы, правильно? Нихуя. А какие? Мы служим в Абхазии. Вот тебе флаг даже покажу. А чей это флаг? Блядь, не видишь? Я вижу, но я не знаю, чей это. Это абхазский флаг. Это абхазский, такой на американский похож немножко. Нихуя. Не, вы любите Нет, Америку? это... А что это? А? А что за род войск? Спецназ. Спецназ! Ничего себе! Так вы еще и стрелять умеете, наверное. Ну, блядь. Что вы туда смотрите все? Мишени висят? Да, Простреленные. конечно. Сейчас на тебя смотрю, вот у меня мишень есть уже. Уже мишень есть, да? Да. Я устал. Ну и как слушаться в Абхазии? Отлично. Лучше Отлично. всех. Родину защищаете? Как видишь, Ну, форма у я тебя. не вижу. Сидят в комнате какие-то. Непонятно кто. Мы в наряде. А, это наряд у вас такой? Да, И сто что, процентов. часто враги нападают на вашу молодую республику? Нет. Нет, не часто. А если вдруг нападут, вот как вы ее будете защищать? Блядь, фасоль покушаем и, блядь, будем обстрел давать. Ну, я так это себе и представлял. Я так себе и представлял. Кстати, а Абхазия, а скажи что-нибудь. Вот как у вас в Абхазии живется? Вы же, я так понимаю, когда с помощью России оккупировали эту территорию у грузин, да? Как вы это сейчас? Лучше стало жить после оккупации? Давай погорянем. Вася, меня уже сливает. Все, уже Стихи, блядь. страшно стало, да? Уже обгадились. Ну, бачите. Молодые хлопцы, а уже оккупанты. Ну, я думаю, что для грузинских актов это будет одно из невеличких досье, бо идентиграф, те системы распознавания обличий. Працуюсь по всему свете. Там могут и оккупанты рано или поздно, сподеюсь, доживут до махчимости отказать перед законом за свои злочинства. С вами Кастусь, дякую за увагу. Живе Беларусь, слава Украине! Россия это оккупант, агрессор и ворог. Ставьте подобайки, подписывайтесь на меня у Facebook, YouTube, а так само Telegram, Кастусь. А еще не забывайте подтримливать Збройные силы Украины. Дякую.